после чего мы подъезжаем к точке X. Что там дальше? Тут чуть-чуть спилить не получится. Нормально, дальше пошли. По-моему, проще вон туда, там высадить. Ну, может быть, да. Можно это. Нет, ты просто понимаешь, они через 100 метров будут идти. Тут один ты обнесешь, а они дальше такие пойдут. Вот это отпилить, чтобы сразу не кильнуться там. Да на такой скорости ты не кинешь, все-таки не китачан. Китачан был хорош. Ну что, джентльмены, нужно быть сильными. Ну, это да. Ты нам говоришь? Надо это говорить вновь прибывшим. Мы-то уже влились в эту, так сказать, ауру, да? Мы только начинаем понимать. Они едут, да, и мечтают, что здесь... Зонтики, шезлонги. Да, особенно новички, да. Которые первый раз в этой команде. Сейчас они вольются, может, загрустят. У нас двое парней новых, поэтому мы пока не подозреваем и не представляем, готовы они к таким испытаниям или не готовы. Я думаю, что очень скоро мы об этом узнаем. Про себя мы знаем все. Мы сюда приехали страдать и лишаться. Так, ну и что? Поход начинается. Да. Первый ходовой день. Шли ездовой. Ногами. Шли ногами. Сначала ездовой, потом ходовой. Ходовой. Костя рассказывал нам разные вещи про Пасху. И про яйца. И яйца, и про куличи. Вот от куличей я, конечно, такого не ожидал. Я достану и серву табаку на 3 литра. Слышите это шуршание по палатке? Это уже не дождь, а это, скорее всего, снег. Сейчас мы это проверим. Холодно, холодно, но ничего. Ведь рядом с тобой не горячо. Мне кажется, это все-таки снег. Снег, а нам не холодно, вместе нам горячо. Холодно, холодно, но ничего. Ведь рядом с тобой не горячо. Пусть падает, падает на плечо. Снег, а нам не холодно, вместе нам горячо. О, за зимняя сказка тут. Ты выйди на дорогу-то вообще очень хорошо, да? Тут собралась группа. Очень хорошо, хотел красиво сказать, дядька. Да. Мы сейчас все будем заниматься хобби-корсингом. А, сейчас уже, я вам скажу. Уже никто не помнит, как это расшифровывается. Константин! Да, Константин. Такое прекрасное утро, пивка надо долбануть. Тепленького. Можно подогреть. Жатецкий гусь! В натуре! Не отвлекайся! Хорошечно! Коньяк! Лимончелло! Лимончелло! Пивчелло! Ничелло! Ничелло! С биканчеллой! Рядом с тобой мне горячо! Пусть падает, падает на плечо! Снег, а нам не холодно, вместе нам горячо. Посмотри, звезды как огни, и в день ледяной этой зимой так горячо внутри рядом с тобой. Холодно, холодно, но ничего. Ведь рядом с тобой мне горячо. Снег, а нам не холодно, вместе нам горячо.
так, правым греби, правым греби. Вот так. Главное, что руки перестали мерзнуть, это кайф. Прям можно жить. Погода, так сказать, благоволит за ляпанности объектива. Как тебе этот? Мне очень хорошо, особенно с тобой. А не? Ты такой классный парень. Это мы вырежем потом. А то люди неправильно поймут. Вот. А вот ты знаешь, вот некоторые люди говорят, зачем? Зачем? Вы что? Ненормальные. Вы а сами вот едете. Ага. Охладиться. Ну, а мне просто очень хорошо. Вокруг снег, водичка, а мне зашибись. И смотрю, что мужики там уже перетаскиваться начали. Да, это я тоже заметил, ага. Мы это прямо здесь, вот напрямую это сделаем. Так, ты давай вылазь, а я тебе потом подам нос и будем тянуть. Прошли 300 метров, нормально. Удобный, не тяжелый. Ходу выделяем. Так, может, здесь пойдем? Так. Путем. То есть вот за этим ты идешь, да? Взрослый мужик, да, успешный бизнесмен. Ты знаешь, убегаешь. Самое ценное в длительных походах. Что? Когда нет целый месяц мобильной связи, у тебя нет никакой информации, а через две недели, когда особенно на моторах плывешь, вот на таранах плыли, ты смотришь на берег, шарль что-то там рулит, там еще кто-то. А ты глядишь на берег целый день, и у тебя ни одной мысли в голове, и ниоткуда взяться вообще. Ты полностью свободен. Во всех степенях свободы. Вот так вот. Лёжа неудобно грести. Поднимаем. Поднимаем. Перекладываем. Кто-то очень много ест. Нет, нет. Собака. А давайте одна отталкивайся, а я вперед. Давай, греби. Греби. А я не пойму, что нас держит. Ух ты, блин. Орешь ты знато. Да, можно и это.
отдохнуть. Нет, хорошо, течение комфортное. Это Никита Чан. Прям отдых. Красота. Кирчан в прошлом году на Камчатке, да? Да, Камчатка. Там вот такие завалы, все, там любая ветка, она тебя сбивает вообще. Там очень течение было сильным. Мощное течение. Сергей Владимирович, а не хотите ли вы лимончелло? А хочу. Ну тогда не надо себе отказывать. Хорошо. Это высшая степень алкоголизма. Когда тебе даже напарник не нужен. Дзен. Ну и Александр Третий тут. Так, а рация есть у кого-то? А рации? С рацией есть. У меня есть рация, но она только орет. В нее нельзя орать. А, в смысле, нельзя на прием? Да. У тебя от жены, что ли, рация осталась? Она на тебе орёт, а тебе нельзя, да? Я про свои сейчас скажу. Подожди, останови. Вот, парни, это, конечно, не так смешно, но вот, видите, этот неопреновый носочек, значит, все офигенно, классно, удобно, тепло, мягко, все классно. Вот что офигенно. Войлок, антишпионская технология. Антизлодей, собаки. Не, подожди, антишпионская, он весь снег за собой утаскивает. Ты, значит, будешь смотреть. Он не оставляет следов. Тропинка будет чистая от снега, да. Он не оставляет следов, понимаешь? Он их с собой уносит. Жадный человек, жадный. Снега не допросишься. Так, а что я один трезвый у вас тут стою? А вот это, да, тебе, кстати, тебе, да. Кстати, да, исправим. Не, ну, подвиг уже, что мы вышли с того места. Да. Я, честно говоря, не хотел. Я тоже. Это наше место. Это наша река, и мы ее будем... Серые лодки, чушпаны! Костя GoPro проебал. Да ладно. Налейте бедному пожар. Как так, Кость? Я не знаю, пристегнута была, лежала между гермами. Пристегнута на самостраке, блядь. Где-то оторвало в завале. Где она? Ну, старался. Ну вот за красной гермой она у меня была пристегнута на карабине на веревке. Дай сидя. Поднесите кружку рома. А, Костя сейчас скажет, сколько мы прошли. Говоря. 3,5. 3,5? Ну, я говорю, километра 3. Да. Еще пятнашечку сегодня сделать нам, конечно. Не удастся, да еще час, не больше. Да ладно, по ночи пойдем. Запах чего? Лимончелки. Зайдем за последний экипаж. Лимончелки. Возможно, надо отливаться. Отлить надо, да? Что-то у нас воды очень много. Мы все подмываемся. Ром, выпей. А? Так нет, надо ему на выпить. Выпей. У тебя руки, блин, ты что, у тебя руки замерзли? Слушай, ты зачем идешь без перчаток? Он вот как же упертый. Ты смотри, его трясет всего, блин. Я знаю, есть у вас какой-то обогреватель? Да нет, у меня... Да ладно, я вечером... Не, слушай, ему надо что-то... Ну что мне надо? Мне надо... Встанем, нагреем. Давай хотя бы мои перчатки ему дадим. Да не, он не хочет их одевать, понимаешь? Вы зря мне их дали, ты зря их не оденешь. Снял, потому что... Я говорю, река взяла что-то, да, и при этом она, может быть, не взяла что-то гораздо более серьезное. Вот так. Подожди, вот это разгильдяйство, вот так вот оправдано, это очень... Надо снять опять же. Пожалуйста, я подчеркиваю. Что-то река сняла, ой, взяла такое... Чего? А если бы вот так вот не потерялось бы что-то, да? Она бы, конечно, взяла бы что-то другое. Дай, пожалуйста, подчеркивай пока. Подчеркивай пока. Шиверки пошли. О, какой бабоежник знатный. Зайчику бы понравился. Ох, кайф какой! Красота!
Красота! Не стоит здесь наших подождать. Во-первых, это красиво. Ага. Какие у них предпичные движения. Фрикции. Стоп-кадр. Давайте еще пройдем до следующей. Конечно, хорошая полочка. Но нам просто надо чуть-чуть продвинуться как можно больше, можно дальше. Не, ну вот хорошее место тоже. Сегодня плов же надо делать, да? Да, плов это вдумчиво надо все. Ходить. Хорошечно. Сейчас бы лучше глоточек бы лимончелки бы. Алкаш, а у нас какой-то на абордаж взял. Спина не так хорошо крутится. Слушайте, какая стоянка вот здесь. А давайте встанем. А давай. Вы меня сейчас вот да. Слушайте, а правда охуенная стоянка. Ну да. И дров дофига, и ровно. Что мешает нам встать на да. Офигенная стоянка. Да. Согласен. Все, Александр III утвердил. Подпольная кличка теперь мне, да? Здесь вообще идеал просто. Просто идеал. Прошли, конечно, смешно сегодня. Ну ладно. 6,5. Ну завтра побыстрее пойдет. Я иду. Отдай, отдай, отдай. Ах ты! Почти попал. Ах ты! Вот. И до весла не достало. Ювелирная работа, дровосека. Так очень легко из дровосека перейти в другую категорию, конечно, но здесь все четко, посмотри. Легкий переход из категории дровосека в категорию долбоеб. Понимаете, береза никогда не высохнет до конца в таком виде, да? Пока она в коре и стоя в лесу не высохнет. Потом она у вас упадет в другую сторону сейчас. Должно уйти вон туда. Ну сейчас посмотрим, как получится. Так, все на стреме. Пошла. Все на стреме.
Иди сюда. О! Ну а теперь давайте для лесничества. Для лесничества. Кто? Я тоже здесь. Оно само упало, само. Готов? Мое весло давай. Готовы? Прикольно. Кар. А я все еще снимаю. Суки какие, а? А я даже повыше встану, чтобы было хорошо видно. Эх, ну теперь мы. Сейчас я вас тоже снимать буду, что вы думаете? Давайте, давайте! Костян, нехороший сучок прям, блин. Здесь? Да, вот у тебя прям под ногой. А. Вот смотрите, вот у вас морковка болтается, да? Вот сейчас веревка из нее вытянется, и сиганете, и утянет вас в водопад, как на реке Снежной тогда. Когда им чалка размотанная не дала зачалиться перед водопадом. Все, путь открыт. А вы говорили долго. Долго ли умеешь, да? Это да. Ага. Не сильно помогло, да? Помогло, что? Берешь? Помогло, так. Главное не распилить вас сейчас. А, да, кстати, было бы обидно. Вот так. Левым греби. Вот так вот. Хорошо, что течение слабенькое. Ой. Иначе тут бы полегли. Так, гребем к берегу. Оттуда заходи. Прямо. Правым греби. Правым греби.
Ровно греби, резче! Ну, почти. Ворота попали, и даже гол. Штанга. Как хорошо, что это Никита Чан, елки-палки. Сколько нам эта река прощает? Ай, косяков. Сколько там раз стрельнулись? А? Сколько там раз на Никита Чане стрельнулись? О, дофига, слушай. Дофига и почти все. А ну пошли отсюда. У вас там сучок зацепился. Серег, слева сук зацепился. Все, отцепился. Обгон в пороге! Смотри, вылазь, Серый. Не могу тебя спихнуть. Алкаши! А? Алкаши! Еще какие? Старые. Как бы нам речку не просохатить. Влетели нехорошо, но мы выбросило. Все, бухаем? Под солнышко, да? А у меня черносливка есть. Вот. Поймал? Поймал. Сейчас еще есть. Вот. Че, как не дали, друзей нет. Никто не дал. Никто не дал, друзей нет. Никто не дал, друзей нет. Ёмкая фраза. Левом греби, ага, давай. Хорошо. Отлично. Отдыхаем.
Так. Так, давай идем по берегу, по берегу, по берегу, по правому берегу идем. И пытаемся как-то там проскочить. Очень. Так, правым, правым, правым греби. Правым, правым, правым греби. Нормуль. Ходу, ходу, ходу. Опа! Не получилось. Ну ладно. Попытка засчитана. Так, смотри. Серег, Серег, смотри. Ногой, ногой, ногой сможешь оттолкнуться от бревна. Бревном. Ногой, ногой отталкивайся справа. Было бы обошло. Давай я ее пилю. Сможешь запилить ее? Только надо быстро делать. Сейчас мы тут затор сделаем. Не, правильно, притормозили. Стой, стой, стой пока. Александра Третьего ловите. Его величество. Ух ты. Серег, ты что там? Затор, блядь. Интересно все. Залезай обратно нахрен, не пили ее. Куда ты нахрен? Куда полез-то? Ему возьми у него. Пойди к нему. Все, залезай обратно. Не-не, на обратно не надо. Нам надо запилить вон ту фигню. Все, хорошо стоишь. Давай. Стоять! Есть скиль! Нормально, посмотри, Саш, что с ним? Живой, живой. Его затянуло там, затягивает под корягу. Саш, смотри за ним, прям херово ему там. Так, что у нас тут с этим? Пилим? Пилим. Давай быстрей. Давай. Готов? Да. Давай. О, Леонтий. Леонтий купается. Так, еще один цак. Весло. Весло поймайте! Так, а тут нужна веревка, ребят. Ребят, дайте морковку, а? А, все. Лодку ловите, лодку. Весло? Что там? Весло поймайте! Идем, понял. Весло, не вижу. Ща поймаем, ща не ссыте, нормально все. Так, Серег, давай весло. Весло сейчас правее пойдет. А что весло-то я не понял? Ну ладно, давай булава сейчас станем, подождем остальных. Давай сюда, на камни! Здорово,
А? У Ильдара лопасти. Леня и Ильдар. Попой, да? Ну, по правой стороне пошли и улетели туда. И да. По левой это не сладко. Что, там пройдешь? А я не понял. А, смотри, они пересели. Кирюха теперь на однерке, Эльдариус на двойке. С Сашей. Смотри, видишь, молодец, вот как Кирюха делает. Он спиной гребет. Вот сейчас руками, да, когда не надо особо. Эльдар, ты кинулся, нет? Из-за того, что кто-то поленился выйти и просто протолкнуться, там нехер же делать. Оно же притоплено. Ты про нас, что ли? Конечно. О, притоплено. Мы на него скачали и застряли. Мы застряли? Мы застряли, притоплена она. Мы ее пилили. Ну, так он должен был выйти, на ногой толкнуться и пошел дальше. Так там выйдешь. Ты видел, как он вышел, нет? Нет. Там по шею. Ну, слушай, все же вышли. А все вышли, когда мы уже отпилили, конечно. Там не было дна. Так это мое весло. Да, да, да. Твое весло у тебя. Все. Какая разница? А. Оно точно такое же. Это они все кусок взрослые. Я вот, кстати, вот не понимаю, что вот это вот. Ну дали тебе весло, да и дали. Какая разница? Такое же синенькое. Такое же. Ну вот ты просто дальтоник. Видишь, там белый полос. Да. Че ты? Весло давай. А, Ильдар, весло давай. Вот вы начинаете вот этот ченч. Нафиг он нужен? Ну. Греби, а греби. Попал, а там парковаться негде, я бревно. Да, я понимаю, да, и ты весло бросил нафиг, правильно? Ну, а меня затянуло тут бревно. Да ты кильнулся, что ли? Ну да. А. Я выскочил, а лодка туда. А, нифига себе. А кто-нибудь снимал твой киль, нет? Не знаю. Есть только Бог. Ну, там еще Александр третий кильнулся. Еще третий? Кто третий? Александр третий. Да нет, Сашка-то понятно. Сашка третий кильнулся, понятно. Ну, то есть два киля было, да? Да нет, полтора тысяча. Дядь, до скольких идем? До упора. До полседьмого? Ну, идем, пока идет. Что-то пяток-то уже прошли с тех пор. Как бы 3 километра. Ты-то оптимист. Прошли 13 километров. Ну, хоть это за сегодня, вот, да? Вот сейчас буквально через 100 метров будет впадение Щеберихи слева. Никто не дал, друзей нет. Что сначала делать? Ну, кто поделится? Колбасу. Потом джунгл. Марусь, не томи, ёпта. Сергей, а ты... А, все нормально. У меня бабушка еврей. Что ты хотел, Саш? Да я думал, что не обнесли. А что тебе? Не обнесли. Здесь, да. Его обнесешь, но несколько раз обнесли. Здесь за этим надо следить. Никто не дал, друзей нет. Александр Третий. Фрестерман. Слушайте, вы сколько туда налили? Вы уже восьмой человек пьет. Ну все. Они, по-моему, симулируют, да? Вот смотри, обнесли. Обнесли, да. Саш, нам с тобой не досталось. Так, Серега, правым, правым гребем. Правым гребем. Резче, резче. Так, левым гребем. Нормально. Правым гребем. Опа, хорошо. Лев, правым гребем, правым, 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 правым. Нормально. Ну, почти нормально. Хорошо, что Никита Чан. Здравствуйте. Шалом. Шалом, православные. Это вот эта Щебериха, что ли? Да. Тогда тормозимся. О, парни, давайте. Чалимся. Эй, Кирюха, это же стрелка.
Упс. Приплыли. Речка Щебериха впадает в речку Циновлю. Здесь слияние происходит. Становится Щебериха, дальше уже идет. Так, вот он, Игнач Крест. Символ непокоренной русской... непокоренного русского духа. Да, я уже даже попытался ее прочитать. Не очень хорошо видно. Но, в общем, можно. Не, видно. Видно, видно. Игнач Крест, символ непокоренного русского духа. А дальше какой-то... А, это хан Батый. К великому Новгороду. Да, когда он шел к великому Новгороду... И за 100 верст, не доходя, возвратился на поде на него страх. И не игла голют яку Михаила Архангела. Видео. Какое-то ну, короче... Видео было с оружием. Липуть ему возбраняюще. Дальше этого места не продвинулось нашествие Золотой Орды. Здесь русские войны били литовцев и шведов. Здесь проходил рубеж обороны Родины в годы Великой Отечественной войны. Крест осветил. Ну это ладно. Ну понятно. Короче, здесь монголо-татары повернули взад. Сдулись монголо-татары. Речка Циновля и речка Щебериха их, так сказать, задолбали. Нас тоже уже так слегка. Но мы еще держимся, в отличие от татар-монгол. Но мы не повернем ведь назад. Против течения мы точно не будем. Хотя имеет значение, наверное, где здесь зад. Куда они пошли, в какой зад они пошли. Поставь, чтобы ты тоже вошел. Вот. Он большой, может. Да ладно, вас достаточно. Че, у Игнач Креста. Мы, между прочим, как некоторые, не повернули назад. Не повернули, а поэтому мы еще не все. Поэтому. Монголы идут. Монголы, да. Рома с этим. Нет, вон татаро-монголы входит. Сейчас мы посмотрим татаро-монгол тоже. От русского духа непокоренного флота. Какие еще там? Подожди, так это башкиры. Это не совсем татары. Он боится сюда подходить, боится. Кровь подсказывает, не надо. Здесь земля русская. Иди отсюда взад. Они повернули уже. Сейчас мы с тобой пойдем. Ты заблудился. Дядька, ты не обиделся? Что такое? Ну мы же по поводу татар-монголов там прикалывались. А? Я вроде палку чистый, что мне туда лезть? Не, нормально все, да? Но мы там просто немножко подстебнули тебя, конечно. Я на это обращал внимание. Типа ваши повернули отсюда. Я слышал. Ну и я, чтобы это самое не расстраивать народ, я повернул и ушел. Подкрепиться не желаете ли? С удовольствием. Вот, пожалуйста. Никто не дал, друзей нет. Запомнил. Смотрите-то, а мы станцию-то немножечко это... Опустошили. Отсушили маленько. Да. Но. Треть осталось, а то и четверть. Три бутылки полных было.
Так, вот табань, я баба сниму. Леню подождать надо, что-то Леня где-то потерялся. Да. Как раз хотел спросить, где там Леня. Кто потерялся? Леня. Ну он там, я его не видел, как он на камень налетел по центру. Левым, 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 левым. Ну надо за них-то. Да левым ты, сука, греби, да стечет сейчас вот, вот. Круёй. Вот, вот, вот. Ну не видишь, вот и правильно сейчас, вот. Ну я бы не врежусь. Ну не видишь, сейчас круёй спросит. Вот видишь, мы так бы сейчас ставим. Нихуя бы так ставим. Давай Леву ждать. Давайте подождем Леонтия, да. От нас некоторые обвиняют в алкоголизме. Я вам хочу показать. Видите? Кефир. А кто-то скажет, может быть там, а может быть там пиво или коньяк, да? А? Вот смотрите. Кефир. 3,2%. Вот так и отдыхаем культурно. Да? Да, Серег? Да, подтверждаю. Вторая бутылка пошла за сегодня. Не хочу на работу. Не, а, без алкоголя. Не хочу, да. Но надо. Я говорю о том, что у нас безалкогольная, в общем-то, это, поход. Песок плохой змей для овса. Ну, чтобы все. Ну, это привычка просто. Даже кефир пьет с тостом. Так, 2 часа. А удовольствие, полные штаны уже? Вообще. Поехал, да? Ваше высочество, все нормально? Давай подождем. А то уже пару мест было таких неприятных. Камни не видно вообще. Вода мутная. Ух ты, ёшкин кот. Так, давай, пап. Весло. Весло ловил. Весло поймаете? Да. Самый момент кили не успел. Залезешь там? Здесь не залезу, я сейчас отойду назад. Ага, спасибо. Давай, я подержу, запрыгнешь. Прыгай. Прыгай. Весло дай Сереге. Весло Сереге дай. Так, это вот я подплыл специально к плавучей дефлуоризационной станции. Со всем известной аббревиатурой. Вот, подплыл не просто так, а, собственно, с целью. Да. А она уплывает. Станция уплывает. Догоняем. Так. Сейчас мы тут. Вот. О, она какая. Благодарю.
Так, Серега, пригибайся. Оп. Вот к чему приводит пьянство за рулем. Никогда, дети, не пейте за рулем. Давай. Сам глотни и погнали. Оператор депозиционной станции выполняешь гораздо лучше, чем мэр. Первому требованию, опять же. Да. Так, ну что ж, за здоровье отсутствующего мэра, который, к сожалению, не наслаждается вместе пей с нами. Быстрее. И отсутствующих здесь дам. О. Леонид, не хотите... Александр Третий. Извольте. Царя дефопизировать срочно. Извольте кушать. А, собственно. Не позволю нас царей собаками называть. Все, убирай. Убираю. Вот оно как, работает машинка-то. Нам бы только иностранные ругать. Водичка мутненькая.